вышла мини-экранизация романа Виктора Пелевина «Священная книга оборотня» в духе киберпанка и мстителей супергероев. Если вы не успели еще заметить, это сериал «Любовь, смерть и роботы» (Love, Death and Robots). Эпизод 8. Хорошей охоты. Good Hunting. Конечно, сюжет не во всем похож, но основная тема взята с книги, приправлена духом киберпанка и темой мстителей супергероев. Жаль, очень короткий мультфильм вышел. Есть еще сериал «Черное зеркало», первый сезон, второй эпизод, 15 миллионов заслуг, там сюжет очень напоминает отрывок из романа Виктора Пелевина. Ампир, В. Когда человек сидит в голой бетонной клетке и вырабатывает электричество, двигает взад-вперед железные рычаги, торчащие из стен, а перед ним висит плазменная панель и крутится видеокассета с видами Венеции, а рычаги оформлены в виде весел гондолы, плывущей по каналу. И вопросов у гребца не останется, а только боязнь потерять место у весел, поэтому грести он будет с большим энтузиазмом. У Пелевина вообще много таких разных моментов в произведениях, из которых можно писать или снимать отдельные эпизоды. Это как у группы Beatles. Помню, Макаревич сказал, что Битлы были так щедры на мелодии, что из каждой их песни можно было написать несколько. На моем канале вы можете найти этот обзор или лучше посмотреть оригинальный сериал. Не смотри на нее, Мино колдует. Нет! Застряла между обличьями. Отец, прости меня. Охота не окончена. Зачем нас преследовать? Мы вас не трогали. Твоя мать заколдовала сына купца. Мы спасаем его. Заколдовала? Это он без ума от нее. Это неправда. Когда мужчина одержим лисой оборотнем, она слышит его из любой точки мира. Он плачет, стонет, и каждую ночь она навещает его, чтобы утешить. Нет, она соблазняет мужчин для подпитки злых чар. Мужчина влюбляется в лису оборотня, как в обычную женщину. Нет, все не так. Все не так? А что ж ты тогда так смотришь? Хм. Ян, не разговаривай с ним. Ты же знаешь, это опасно. Вообще-то... Он многого бы не понял. Ян не винил меня в случившемся. Порой охотник становится жертвой. Привет, Ян. Спасибо. Как твоя охота? Хуже, чем в том году. Мне все сложнее возвращаться в настоящее тело. Иногда совсем не удается. Ну из-за чего? Железные дороги, машины, которые дышат дымом. В мире утечка магии. И все волшебные существа слабеют. Ян, я должен кое-что сказать. Как твоя охота? Я заточена в человеческом облике. Ни когтей, ни клыков. Даже бегаю медленно. Осталась лишь красота. И я занимаюсь тем, в чем ты обвинял мою мать. Соблазняю мужчин за деньги. А ты? Я тоже работаю на англичан. Обеспечиваю движение поездов. Ты ко мне. Казался джентльмен. Платил, но мы не... Однажды он что-то мне подсыпал. Дело в том, что его возбуждали только роботы. Он хотел, чтобы его похоть удовлетворял идеальный механизм. Однажды мне надоело, и я сказала нет. Услышав отказ, он пришел в ярость. Со мной делали ужасные вещи. Но я тоже могу вселять ужас. Ты сможешь это исправить, Ян. Слишком поздно, Лян. Я хочу охотиться на мужчин, этих собственников, которые творят зло под видом прогресса. Ты должен мне помочь. Я согласился. Древняя магия покинула мир людей. Но я создавал новую магию с помощью их машин. Магию для борьбы с ними. Я
И я готова. Также, уже вышел трейлер к полноценному аниме-мультфильму «Священная книга оборотня» Виктора Пелевина. Большой соблазн сказать, что перед вами рекламный тизер будущего аниме, но, к сожалению, пока это только мечты. Но хорошо, что есть и это, тем более такое приятственное. Все же, такая визуализация мне ближе, чем предыдущий мультфильм из сериала «Смерть и роботы». Особенно нравится взлет героини на велосипеде. Сразу же вспоминается другое пелевинское обращение к этому образу. Воплощение души сарая номер 12.